Так, все, запись пошла. Занимайся этим грязным делом. Приглашаю, организуй. Давай. Давай. У нас в эфире, кстати, если вы в записи смотрите, сейчас в эфире, соответственно, Shadow, Cypher. Ребята, Cypher. Я с Cypher не общался практически никогда. Это к своему стыду. Только на турнирах, может быть, пара интервью было. Живой, просто живой и теплый Cypher. Живой и невредимый. Да, расскажи, пожалуйста, как ты, сколько ты играешь в Overwatch? Как вы тренируетесь, если тренируетесь вообще с командой? И что нам, каких героев брать? Если мы сейчас играем против опасных чувачков. Ну, в папе. Да, не с таком. Откуда ты их знаешь, да, всех по никнеймам просто? Ну, почти всех, да. Ничего себе. Кого брать, чтобы не проиграть, скажи? Бери пару, если хочешь. За кого ты вообще сам играешь? Заря, Красавчик, Мэй, как-то так. Беда, да? Ну, могу... Отлично, еще, отлично. Очень даже ничего так. Ну, сейчас это все равно вармап, так что дождемся, наверное. Окей, хорошо. Ну, все-таки к вопросу, ты тренируешься сейчас активно в Overwatch, да, нет? Да. Команда у тебя есть, да, какая? Ну, команда из трех поляков, двух белорусов и одного голландца, грубо говоря. Такая вот команда. Так. Я просто не хочу пока точно говорить, потому что, ну, сейчас, ну, потому что я скажу, а потом это может там поменяться, если, не дай бог, там. Так что пока еще рано что-то так конкретно говорить. Наверное, на следующей неделе точно буду знать все детали. Ну, пока на данный момент вот такой вот составчик. И вот мы тренируемся, да. Хотим выигрывать. Ну, ты за трейсерку, судя по интервью, да, играешь сейчас больше, чем за остальных героев? Ну нет, я как бы, ну я просто за ДПС играю в основном, то есть я как бы за танки, за ДПС играю, но до сих пор-то как бы, ну я как бы пробую за всех героев играть, но до сих пор у меня не так хорошо получается. Ну а список любимых героев тогда какой? Ну опять же, вообще мне нравится каждый герой, любой герой может в принципе раздать его. Так, ну, пара, трейсер, рейпер, наверное. Зари классный герой. Ну, может быть, не знаю, еще Генджи какой-нибудь. Такой дэмаг, короче. Ну, понял, да. Понял. Вот, ну и тренируюсь, ну, довольно-таки много. Чтобы понять вообще эту основу там. Ну, а впечатления по игре какие? То есть понятно, что на Кваку совсем не похоже, даже на Team Fortress старый добрый тоже сильно не похоже из-за огромного количества разноплановых героев, скиллов, но что все-таки как-то можно сравнить с играми, в которые ты играл, ну, шутеров в плане? Ну, здесь вообще какая-то такая комбина между многими играми, как у меня, так там, типа, есть всякие похожести с Quake'ом, есть похожести там с Dota той же, то есть там, не знаю, с CS, может, там меньше. Не, ну с CS тоже там из коммуникации. То есть она как-то подчеркивает какие-то вещи из других игр, я не знаю. То есть, но она сама по себе просто немножко другая, понимаешь, то есть ее сравнивать с другими тоже сложно. Ну, игра-то тебе скорее нравится, да? Нравится, да. Ну, а интересно, в всяком случае, то есть, посмотрим, что будет, когда начнутся настоящие турниры, и как это будет вообще все выглядеть. А вы участвовали уже на каких-нибудь онлайнах? Не, у нас там были проблемы с игроками, и пока что мы не купим. Огонь по готовности! Отличная ульта сейчас прошла. Shadow заценил. Ну, я решил не делиться. Я думаю, ну, так видит человек. Да. Очень политкорректно, да.
Ну, спасибо тебе за... за тактичность. А, я сейчас я сделаю себя потише и вас погромче. Вот это тоже хорошо будет. Во, отлично. И TeamSpeak погромче. Сори, что технические сложности есть, просто TeamSpeak — это несколько новая тема для меня, и уровень звука там тоже другой получается. Но вроде сейчас должно быть получше. Долгий поиск какой-то странный, нам уже и другую тему дали. Да, есть... да. Ну, те чуваки, они вышли, видишь, у них там... Мне кажется, здесь все-таки какой-то, но матчмейкинг маломальский уже сделали, то есть... Нет, ну, то есть... по-моему, они всегда, да, делают какой-то внутриигровой рейтинг скрытый. Да, да, то есть как минимум игров... ну, количество часов игровых, то есть тут учитывается. Угу. А тебе самому как игра? Мне, если честно, через недельку в соло поднадоело, но я для себя ее открыл, когда начал вдвоем, втроем, вчетвером играть. То есть совсем другая игра. То есть у меня уже дотерские замашки просыпались к концу первой недели, что тим одно, там делают совсем не то, а я один чемпион, вот. И как бы очень характерная для доты тема проснулась. А когда хоть какая-то координация действий присутствует, то уже совсем игра по-другому смотрится. Это приятнее играет, да. Угу. Согласен, согласен. Особенно, когда что-то крутое вообще вы делаете команда, так ты же прям вообще радуешься. Ну, когда ты имеешь в виду, когда ульты начинают стакаться более-менее сносно? Ну, там вообще, там, знаешь, там засейвили тебя там в последний момент, еще там захилили, как не предсказуемо тебя самого, или там все, знаешь, все проходит так, как тебе хочется. Потому что, опять же, то есть из-за того, что это командная игра, знаешь, тут у каждого свое мнение такое уникальное и правильное. Поэтому сложновато вообще с кем-то бороться именно в плане... Слушай, вот отличный вопрос. Это Quake-то традиционно, ну, по крайней мере, у тебя он традиционно соло-дисциплина, да, чисто соревновательный. И наверняка у вас в команде тоже товарищи, которые там больше соло играли. А, как доказать другим, ну, когда в команде там 6 чемпионов, грубо говоря, как-то нужно все-таки координировать, должен быть авторитет какой-то, что человек сказал, мы делаем это, и все делают это, потому что это надо команде. Вот, как удается вообще с ну, таким шестерым-пятерым соло-игрокам уживаться вместе? Ну, во-первых, конечно, зря по поводу соло-игроков, то есть я же не называл имен, ты же точно не знаешь, кто там. Я не знаю, да, я предполагаю только. Вот. И дело в том, что там далеко не соло-игроки, в этом весь прикол. Это первое. Ну, а вообще, как бы, ну... вообще, как бы, я не знаю, я вообще играл и в доту, и в CS, довольно-таки, ну, фига, по сути, то есть с людьми в команде именно, там, знаешь, учился именно вот с этим мелочам, тимплейном, именно командно действовать. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, ну, особых проблем, я не думаю, да, не должно быть, и, конечно же, должен быть чувак, который, типа, будет ингейм-лидером, то есть, и его должны все слушать все беспрекословно. Вот, и я еще как бы хочу, чтобы у нас было, ну, если там все пойдет все серьезно, то хочу, чтобы еще тренер был ко всему. Угу. Ну вот следующий вопрос логично вытекает из сравнения с доткой, то есть там фаза пиков и банов идет, ну, она сверхважная, во-первых, но идет только перед началом, собственно, матча. Здесь же от того, насколько координатор, там, тренер или там человек непосредственно в команде умеет быстро подстраиваться в плане изменения героев, от этого очень многое же зависит, насколько я понимаю, то есть... Ну, здесь еще сложно, понимаешь, здесь такая ситуация, то что даже если ты захочешь все-таки поменять на другого героя, то как бы здесь нужно выдержать эту волну, которая, она будет очень сумасшедшая волна, там, допустим, на первый план. Ты будешь бежать, ты будешь там бежать через всю карту. Ну да. Поэтому это сразу же нужно иметь хороший сетап, чтобы даже при условии того, что там кто-то из вас один ложится, чтобы остальные такое тучно держались вместе и выживали до тех пор, пока там не потянутся. Угу.
Есть предложение ливнуть? Из этого. Нет, так а, не, не будет ничего такого. Да просто у нас, походу, разные очень эти. Угу, уровни. Ну, я не знаю, там, может, действительно, там, какой-то процент времени потрачен. Мне что-то дофига наиграно уже. Меня смущает просто estimated time unknown наверху. Такого вообще никогда не было. То есть такое, ну, было, да. Как баг, только в самом начале. Вот. То есть, может быть, имеет смысл пересоздать. Shadow. Мы можем, как хочешь. Давайте. Спасибо, Shadow. И вроде в самом начале просто уже на это самое нашли. Только нажмите там Live Game. Я да, я готов. Поехали. Так, еще погромче выкрутить. Вообще изи, пацаны. Все, еще громче выкручиваю. Выкрутил, как никто никогда не выкручивал. Сейчас вы зацените. Все. Вот, хорошо вроде слышно было. Кого? Тебя. Ну, сейчас в чатике отпишутся пацаны. Вот, ну здесь, соответственно, знаешь, разные пики, то есть там на атаку, на деф. Угу. Ну, это-то да, это понятно. Это слишком... Вот. Да, да, то есть и, соответственно, то есть... Даже с учетом того, что здесь только 21 герой, то есть много разных, разномастных, как бы, комбин. Можно что взять. Там друг друга. Да, героев будет со временем только больше, поэтому... Ну, я надеюсь, что они не будут добавлять пачками, потому что и так вот они добавили 3 героя, и там крыша сразу поехала, mm-hmm. Там вообще что происходит. Да, тем более кажется, что та же самая Мэй, она ее надо резать нещадно. Ну, с другой стороны, знаешь, с другой стороны, иногда Мэй вообще ничего не может сделать. Потому что это даже крутая Мэй. Угу. От дистанции зависит. Ну, да, и это конечно, общем... там фара просто прилетит с Мерси и делаешь что-то. А вот, кстати, фару, я уже задавал Шаду этот вопрос. По твоему мнению, фару-то кто, собственно, контрит лучше всего? А, солдаты и Макри, конечно, и снайпер еще. А Макри же, даже несмотря на порезанный урон, контрит хорошо. Ну да, он, у него по-любому сумасшедший, как бы, независимо от... От, ну, тем более фара не летает там прям очень далеко откуда-то, то есть она должна где-то летать неподалеку, то есть хоть и сверху, но неподалеку, чтобы наносить дамаг, потому что, ну, что она там будет дали пускать, она бесполезна. Хорошо, рассказывай, кого нам брать, капитан. Так, блин, в атаке, вот с кого ты там говоришь, играешь? Ну, а, Зазарю, да, Зазарю. Вот, можно Зазарю сыграть. Спасибо. Я могу сыграть за трейсера, а ты можешь мне, короче, и его мне... Щиток, да, кидать? Да, я тебе буду, короче, давай стакать. Вот так, о, вообще это будет жесть, да. А, у нас нету... Слишком там... много дамага, кажется, сейчас будет. Если все правильно. Не-не, все хорошо. Хорошо. Негра взяли, это хорошо. Негра никто не брал. А вроде бы брал Люко, как не. Он мог. Ну ладно. В общем, я тебя буду просто это, чарджить твой дамаг. Ты на меня будешь кидать, а там, ну, сделаю так, чтобы тебя забустило. Ну, если хочешь, со мной иногда можешь выходить. То есть тоже спускаешь на себя щит, выходим вместе, там делаем дамаг, отходим он назад. Угу. И так постоянно делаем, пока кого-нибудь не убьем. Или там двух не убьем, или одного не убьем, чтобы мы могли прокушать. Слушай, может, под ульту тогда твою ульту будем делать? Ну, это не обязательно. То есть я буду подстраиваться под тебя. Когда дашь, тогда дашь. То есть я там для чего что-то хорошо. А так самое основное вот на этих воротах, то есть сейчас вот размансоваться, убить одного-двух там, как если будет возможность. Ну и все, и пушить, соответственно, сразу же. Только... Дай мне щитка. Слева красавчик. Блин, что-то много тут. Они вышли прямо из этого самое. Да, сейчас мы проспехаем. Блин, там снайпер.
сверху, представь. Да, он слева вроде. Меточка на Рейнхарде. Вижу. Если что. Да, я понял. На жирного перевесил. Можно меня щиток? Да, вижу. Там сзади этот. Красавчик, да? Я фуллову уже с литой. Еще щит будет? Щит будет через 4 секунды. Пометил, пометил. Вижу, да, убили. Должен умереть. Щит. Могу ультануть. Короче, ультую, давай, я не знаю там кого. О, хорошо, хорошо. Все отлично, на самом деле. Все, снайпер пушим, стреляет где-то. Снайпер стреляет сверху, да. Я сейчас попробую его выцепить. Справа с этот, блин, я его забываю вечно. Бля, да как она меня убила? Убили. Тут... Да, блин. Убили. Ну, вроде там что-то захватываем, да? Да, захватываем, захватываем. Да, да. Захватили. Тут пуджик пришел. Можно пропушить. Дай мне-ка, дай мне арморчика. Я промахнулся, прости. Там сзади, сзади у нас такой вот. Что за это? Два дискорда, что ли? Что-то забрел. Ага, они сзади у нас. Занято там. Сзади толстый. Помечен. Помечено, да? Вот я как... Помечено. Ультует этот. Сверху. Помечено. Ой, как он бездарно ульту отдал. Занято, минус. Двигаемся втроем, вроде как. Нормально все идет. Снайпер там стрелил. Ничего. Где вдали? Справа. Ага, вижу, вижу. Помечено. Налево зашел. Бля. Постарайся не ругаться. Так, сверху там... Да, вижу. Сверху снайпер надо. И толстый он слева там. Так. О, хорошо, хорошо. Могу ультануть. Ультуем. Нормально, нормально. Отлично даже, я бы сказал. Он плечом куда-то добивает. Да, убил. И вот, вот остальные. Щит кинул. Блин, вот. Там этот дурачок люк, уходит. Люк, блин! Помечу. Убил меня. Хорошо. Ну, шадоч все получает. Помечу. Ай, снайпер наверху. Да, вот надо его убивать. Ой, толстый здесь. Удачи. Блин, что-то я спорол тоже твой щит. У меня сразу заряд стоп. Сразу. Снайпера надо там, наверное, там слева этот. Да-да-да. Помечен, если чё. Толстый не убил. Блинью. Могу ультануть скоро. Так, на петуха перевесил. Я за тебя. Давай. Блин. Там сзади еще этот Гензи, или как его там звать. Да, Гензи прилетел, убил всех. Больно. Очень. Может, на Гензи свичнемся на последней стадии? Лучше на 5 макак, как практика показывает. Все, удачи тебе. И сразу 50. Там снайпер стреляет. Гуся надо убивать. Кого? Не-не, все нормально, убили. Гуси долго не живут. Кто? А что за гусь-то? Я просто лексику не знаю. Там вот этот цыпленок, этот как курица. Да пинкаем. Да-да-да. Есть ультимейт? Готов кидать? Вы скажите, что? Когда я готов. Давай, сейчас зарегрупимся. Дай-ка мне... Нет, нет, поздно. Прости, я откинул только что на другого. Нормально, там... нормально. Блин, нет, не могу. Надо было сейчас ультовать. Снайпер снял. Ой, жалею, хорошо. Я ульту. Риттер, кстати, пришел в порядке. Умри, умри. Сверху снайпер. Лег назад, подлечу. Лечишься. Блин, как снайпер этого убить? Как? Да пройти. Он... Обезьяну пометили.
занято там лечится. Обезьянка минус. Готов стянуть. Ты стягивай там, просто кидай, и мы проходим. Кидаю, и вы проходите. Ой, ё-моё! Живём, хорошо. Хорош. Хорошо, Генжи-то посмотрел. Залечи сразу. Обезьянка. Ну все. Да, все. На изичу. Обезьяна еще решила убиться вниз. Да. Хорошо. Это, кажется, тот момент, когда он троих со спины. А, нет. А может, да, это продолжение. Вот сейчас мы с тобой вдвоем ляжем тут. Угу. Ты выжил, по крайней мере, твоего позора не это самое не запечатлел. А в какую версию вы играете? В английскую, в русскую? И что думаете по, соответственно, озвучке? Я в русскую. Ой, я в английскую, да. Я тоже в английскую. А с чем это связано? Я всегда в английские игры играю. Связано это, наверное, с тем, что когда еще была предзагрузка Overwatch, я очень верил, что получу Light. Я сделал предзагрузку, и она оказалась английской. Ну там вроде если русскую поставить, он немного докачивает. Да я, честно говоря, не заморачивался. Угу. Окей. Близзарды просто, они довольно ответственно к озвучке подходят, поэтому если взять там Warcraft, старый добрый, или Starcraft, к ним меньше всего вопросов в этом плане. А здесь они некоторые фразы недоозвучили. Ну, понятно, что бета. Некоторые персонажи еще на английском или на китайском говорят. Типа Мэй или Дивы. Я вообще думал, это, наверное, такая фишка в игре, что каждый там персонаж на своем языке будет. Ну да, я тоже так. То есть там типа Зари, она всегда на русском говорит. Угу. Ну бывает у Зари на английском даже фраза там какая-то непереведенная. Ну так-то да. Так. Может быть, они именно общаются? Привет там скажут. Может быть, они именно общаются, персонажи там иногда бывает там, там. Если, к примеру, вдова убивает вблизи какой-нибудь трейсер, там, говорит там, что, типа, вот мы в лотом, или что такое. А, или там, да, типа, old, там. Типа, пасефик, там, типа, жалко. Да-да-да-да-да. Нормально подтраливает. Это, кстати, бесит порой. Я же за трейсера играю, мне когда меня этот снайпер убьет и начинается вот такая фигня, я вообще с ума схожу. Интересно, такие звуки можно отключить, в принципе? Меня, если честно, вот расстраивает в этой игре больше всего, когда вот выскакивают подсказки, не знаю, не всех они почему-то выскакивают, вот эти вот типс от Близзарда, разряда, когда тебя убивают. Да-да, попробуйте фары там взлетать. Попробуйте там как-то по-другому двигаться против снайпера. Есть такая тема, да. Ну, подсказки точно отключить можно, а вот... Так, что брать, капитан? Я упрощу выбор, красавчик или Мэй, или Симметра? Давай красавчика. Окей. Закидаем. Ниса там в чате говорит, это специально сделано, там герои из разных стран. Я в курсе, просто даже у той же самой Зари все на русском, на русском, на русском, но одна фраза там на английском языке явно с другим актером. То есть понятно, что просто эту фразу недопереводили и все. Ну, мелочи, короче. Это пофиксят к... Так. А фара на этой карте, насколько понимаю, она за атаку особенно хороша, да? Ну да, неплохо за атаку она заходит. Ну она вообще за атаку, за деф и вообще она почти на всех картах. Это first pick. Угу. Ну, под нее ангела, как правило, надо брать. Или как? Не обязательно, то есть, если очень хорошая фара, то нужно без ангела быть. Только если ты кулер, да? Ну, я смотрел, мы же играли, типа, когда против вас. Вы играли против нас? Ну, против кулера там.
против кого? А, как, где это было? Где это? Да это не вчера, это мы в пабе играли. А, он вылетел посреди игры. Ясно. Так, сверху с пара ангел фара. Фара там сверху, не выбивать. Там симметра у них зачем-то. Жиру бесит. Угу. Блин, надо в... Слева вроде обходят. Я почти ее добил. Да, фокусить этот щит. Фокусим, фокусим. О, пара. Вижу. Здорово. А фары по фаре в воздухе, это ж надо и завернуться, чтобы попасть. Надо извернуться, чтобы мерзко убить. Не заколебал меня. Это да. Ну-ка иди сюда. О? Вроде да, умерла. Не смерти. Нет! Вроде живем, да. Ну, более-менее. Это хреновая жизнь, но... И вроде бы нужна чуть-чуть помощи, чуть-чуть. Ща будет. Там солдат меня напрягает немножечко. Солдаты где? Не вижу. Там за колонной. Солдат ультует. Ой, все плохо. Ой, все плохо было. Ревайв. Сумасшедший был. А, еще Люси ультанул под конец. Беда. Ну, регрупп. Я посмотрел пару матчей с онлайновых турниров. Там что-то, кто бы не играл, эту точку отдают буквально там в течение минуты первой. Как ты ее там не дефай? Может, я не то смотрел, но не совсем понятно, да, как защищать. Сложно. И основная сложность в том, что очень далеко. Да. Вот поэтому я и думаю, может, симметру все-таки брать под такой респ. Симметру, кстати, очень часто берут. Фактически все команды. Ну да, в атаке... Ой, в этом подаче... Да. Она как бы такой фокспит. Блин, ну, какой-то он дикий. Миш, что ты там заигрался? Я на ангела хочусь. А у вас там рипер, да? Не, у нас тут все довольно неплохо. Лёх, пара слева. Угу. Насколько можно? Да, хорошо. Солдат тоже мёртв. Давай негра приберём. Давай, давай. Негр не убежит. Нет, нет, нет. Ну, только не это. Пожалуйста. У вас все хорошо там? Живи, 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 живи. Дай дальше, это просто кошмар. Хилочка пошла, хилочка. Сверху фарту. Мне больновато. Я вон там бомбы закидываю. Случайно. А зачем? А, вижу. Мерзко. Рейпер внизу. Ё-моё, ты чё шип? Да. Пара до сих пор сверху. Бить её, пожалуйста. О, спасибо. Как это больно. Я попробуем спину настрелять. Ультанул? Блин. Да, но... Что-то у нас там все развалились. Неудачно там. Пара там, 2 хп. О, хорошо. Слушай, она живет. Да ладно. Как она может столько жить? Минус пара, наконец-то. Здесь, походу, портал какой-то у них. Или что? Они очень быстро возвращаются. Симметру они уже убрали. Просто. Да? Хорошо. Или тачку на последней стадии. Мих,
Михаил. У меня есть... О, добро. А зачем? Такой вопрос. А, понял, все. А, там было... Да, согласен. Резурек пошел еще. Черт. Рипер убил. Ой, какой... Ну, вроде они медленно уже двигаются, то есть, что-то как-то... Хотя времени еще вагон. Да, времени у них много. А что тут у нас происходит? Ой. Риперс у нас. Ой, не только рипер. Больно было. Напоролся, Райнхард. Пара здесь. Да, вижу. Плохо. Меня сейчас убьет. Один хп. Это как-то не очень круто. Блин, из трех ракет ничего себе не попал. Ну, короче говоря, будем как обычно. На последней точке, да, держаться. Это же такой дефолт на этой карте. Блин, они очень много их сверху что-то. Там сверху было, да. Пара сзади. Солдат ультует. Проблема. Я сзади тоже вот там упал. Пара еще сверху. Вот и как ее снимать? Снайпера нет, бастион не стоит. Фаров... Не, я убиваю Фарус, хорошо. Вот из-за снимерси летает, сложновато, но нормально. Слева пойду, по-моему. Угу, да, солдат слева. Ну, там трое слева. Ты можете это? О, хорошо, так, откинуться. Мерси надо как-то убить, есть такая возможность. И фара, фара сверху. К Мерси сейчас попробую зайти налево, я да? Я вообще без хитов. Подлети, полетишься. Да, я... Какой возьму? Поймал. Они все убили, да? Блин, там Люция вообще очень слабенькая. О, хорошо, сейчас Ангела вроде как заберут. Нормально, 2 минуты. Вроде хорошо все. Пара сверху. И слева вот эти пижоны. Там, там ультует Мэй. Не пропустить фару просто, чтобы она не нанесла тут дымака. Ультует солдат слева. Это очень больно было. СП хил. Да. Хорошо. Пара сверху. Ой, хорошо. Больно не будет. Просто... Там резурект пошел? Ой, Райнхард. Как же она его забыла? Фара тоже. Вижу фару. Фара минус. Да, вижу. Минута осталась. Ультану. Куда он? Что за баг такой интересный? А там его отталкивает наш толстяк. А, он ехать. Под ульты, я понял. Солдат ультует. Да, он убил, и они Люцию тоже сделали стол. Они будут пушить до последнего. Да, выбора-то нет уже. В принципе, у меня тоже есть карта. Да, полминутки. Да они уже все разваливаются. А нет, фара сверху, блин, ультует, черт. Убили, но... Да, если... Они ревайнулись. Ой, они еще и ревайнулись? Да. У нас большие проблемы. Пара минус. Я один здесь вообще никак ничего не могу сделать. Идем. Блин, это вообще жесть. Вроде бы должны, да? Да, должны.
Должны. Там только Райан Харджи остался, да, в конце концов? Еще там Мерси летит. А, и пара сверху. Отлично. Поражение? Победа, слава богу. Так. Я помню, слышал, в чатике обычно говорили поражение, 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 да, Михаил? Где кто, где кто? На стриме у себя. У нас постоянно поражение, то есть пока Сайфер не пришел, мы сливали. Вот. А сейчас, видите, все поперло. Ну и Shadow, конечно, просто всех убивает. Да я нет. Я вот не играю, музычку послушать пришел. Я играю на негре, кошмар. Бля, у нас толерантный стрим, про американца. Хотя он вообще бразилец. Угу. Да, интересно, что у каждого героя есть бэкграунд, который можно там, если есть время и желание, почитать, ознакомиться. Ну да, интересно, у них там своя вселенная. Прикольно. Вчера был счет 1-7, потом Мишки перестал считать. Неправда. Неправда. 1-7 было в самом начале, мы разыгрывались, и с нами был пух. Это как бы стоит учитывать, в общем-то. Вот. А негр есть. Один уже, да? Не, вообще два негра нормально играется. А можешь с нами сыграть этим... Зиньята? Не, не Зиньята. Блин, он там просто Тильсильвер выбрал Мерси уже. Ну, короче, что хотите. Мэй была классный, кстати, этот пик. Да, танкую. Хорошо. Буду щитки кидать на вас. Для тех, кто недавно присоединился, в эфире, соответственно, Shadow, Cypher и... Ну, в общем, понятно все. И сегодня играем в Overwatch. Клево. С профессиональным игроком. Что немаловажно. О, насколько важен эйм в Overwatch? Например, Райнхарту. Ну, казуальная игра, то есть тут всех одинаковые, как бы, я так. Ясно. Просто воспользуюсь этим грамотно. Наиболее сложные с точки зрения, ну, как раз эйма героя, на твой взгляд, какие? Макри, как по-моему, там довольно-таки сложно, ну, за него так сражаться, стрелять так, чтобы действительно круто все делать. Ну, я не знаю, там, что еще. Генжи, наверное. Генжи, да, довольно-таки проблематичный, я забыл. Три в голову попадать, вот эти вот штучки, шурикенчика. Да, но если попадаешь, то все очень так довольно-таки четко. Ого, ну, как это... сняли-то? А что с ним произошло? Я тоже не понял. Просто мне буст дали еще. Ой, хорошо. Хорошо вообще так. Только я сейчас умру, наверное. Нет, не умру. Там сзади Рипер. Да, нужно. И Генджи тоже сзади. Так что отходим. Прям по курсу тоже врываются. Ай-яй-яй. Сдают нам напряг с разных сторон. Угу. Ой, хорошо. Ой, вообще красава. Классный щит был. Что такое, а? Надо заряду добивать. Да, у нее там вообще нисколько. Я минус... Блин, ну... Окей, гуд. Угу. Они захватывают, они на точке уже. Да. Блин, беда. Ну, как так? А, это не наш, да? Блин. Это не наш Лисе. Я только хотел сказать Shadow. Чуть-чуть не успел. Если бы у них все-таки не было такого ульта, возможно, вот по-другому. Ладно. Блин. Ой-ой-ой-ой, карамба. Ой-ой-ой. Ну, вроде не так плохо, как могло быть, на самом деле. Да ё-моё, они так... Чё-то фара какая-то злая с ангелом. Ну да. Неплохо фара играет.
Готов ультануть, если что. Рипер на втором этаже. Этот ультует. Да, Генжи меня покрошил на кусочек. Я отомщу за тебя. Нет, не отомщу. За него вписывается там товарищем. Похоже, без музыки нам совсем плохо. Так а надо было брать твоего коронного музыканта. Ну, фара справа. Фара, да, ультует. Где там? Рипер сзади. Блин, был убивался. Ё-моё. О, они еще ревайвнулись. Какое чудо. Ну ясно, там еще Люсио. Да, надо ждать, надо ждать. Нельзя сейчас всегда. Тут никого нет, кроме меня. Попробуй в спину накидать, если получится. По своей ульте. Вот что за стенка, а? Ну, ни себе, ни людям. Ай-яй-яй-яй-яй, ну вот, ай-яй-яй, короче. Так хорошо все начиналось. Еще ульта. Ладно, я ультую. Отличный ультимейт, хотя парочку зацепил. Ну что, очень не сладко за солдата, как-то там ситуация. Надо что-то такое более нормальное без опрессии. Капец, я ни хрена не понимаю. Из-за нашей Мэй. Кстати, хорошая стена была. Последняя, да. Нет, 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 не достаю. Хороший у них Люси, хороший у них Ангел, хороший у них Фара. Прям и резуректов много, и ультимейты вовремя. И попадает точно. Да, нормально играет. Надо Мерси убивать. Так они уже на респе все. Я попробую ультануть тут, конечно, напоследок. Но я думаю, что это не поможет. Окей. Ливень возмездия. Ну, игра позволяет тебе как бы не чувствовать себя, даже если вы слили, как бы всех похвалят. Тут и система с... Хотя у меня 2-3 сейчас статистика, вообще лучше бы молчал. Хоть лайков получил. Товарищ в чатике пишет, то только зашел, а на весь экран уже поражение. Я тоже думал, что мы не будем сегодня с Альфром проигрывать. Как бы это... Ну, ну видите, и такое возможно, оказывается. Да, бывает всякое. Не боитесь сейчас, короче, реванш возьму. Хорошо, хорошо. Ну вот, расскажи про солдата. Чем он хорош, на твой взгляд? Какая у него роль? У него роль ДПС. Это просто парень стоит и настреливает очень больно. Вот. Он, ну, просто, я не знаю, у него сумасшедший дамаг он наносит. Плюс его еще вот эта ракета на Маус 2. Плюс хил. То есть он такой вот, он еще универсальный. То есть он может просто один в соло стоять, в какую-то точку держать на изичах. Вот. Особенности стрельбы, там же вроде приятный. Разброс меняется в зависимости от интенсивности, там, как в КС, похоже. Ну, не как в КС, ну да, там типа есть разброс. Ну, это фигня, там на близком расстоянии или на среднем расстоянии он там особо не чувствуется.
Вот. Так, ну, прикольно. Мне нравится. Расслабляющий такой герой. Видишь, настреливаешь. Эй, я свой. Нет. Я помогаю. Руки джампы. Хороший вопрос из чатика пришел. Кстати, не расстроен, что Фара не может руки джампы классически делать? Ну что там, 40 урона? Ну, может, на shift. Ну, ну это раз в 10 секунд или сколько там КД у этого. Ну, достаточно. Ну, там еще здесь есть. Смотрите, какая фишка. Смотрите. Давай. Ты так отпрыгнул. Ну вообще можно да, это, получше как-то сообразить. То есть от стеночек ты там летишь, потом от стеночки ешь и оказываешься на планте, и там все, в общем, супер у тебя. Следующий вопрос. Станет ли игрушка киберспортивной? Есть ли у нее вообще киберспортивное будущее? Ну, что думаешь? Она выглядит как бы очень казуально. Ну, при этом, не знаю, очень интересно, я считаю. Просто я не знаю, как они сделали тут вот правила, как бы, для вот этой вот их мода, который вот тележки таскать, точки захватывать. Ну, какие-то правила должны быть по-любому, не то, что сейчас играются на пабе. В смысле, что надо будет банить героев или что? Или ты про новые режимы говоришь? Я вообще не знаю, то есть, как бы, ну, я, если честно, не знаю. То есть, ну, по-любому она не должна так вот играться, как она сейчас есть. То есть, по-любому это неправильно. Ну, а конкретно что именно? Ну, вот, для примера. Ну, я не знаю, как по мне, так мне кажется, что, ну, игры, они получаются порой очень быстрыми, там, допустим, за 2 минуты, в принципе, можно справиться. Угу. Иногда и поменьше бывает, знаешь, то есть такие вот игры, как бы они вообще должны. То есть, ну просто неинтересно, когда ты там половину времени, ты там сыграл Dead Cell, один раз там умер, и вы, считай, типа, проиграли игру за этого. Ну, грубо говоря. Так да? Может, тима не очень. А? Может, тима не очень все-таки? Или нет? Тима, в смысле? Нет, так я говорю, в принципе, то есть. То есть есть сноубол, насколько я понимаю, да? Такой эффект снежного кома, как. Леха, можешь помансовать, извини? Где, а, где, да, что? А, я понял, да. Это стандарт. Это стандарт Shadow, я понял. Ты статью напиши, запатентуй скорее эту фишку, чтобы ее не... А то придут, будут рассказывать, что как бы это они придумали. А ты хопа, у меня публикация есть. Патент. Уже на опыте. Ты знал, сколько раз... Они, кстати, их там много. Идет, идет, Фара. Ну она, да, ей пофиг. Фара сзади уже. Повыкидывал уже кого-то? Пара сзади. Если я хлопну. А можно чуть-чуть помощи в центре? Ай. Я за фару переживала. Она улетела как бы. А вроде ее уже нет в живых. Ну, в смысле... Хотя нет, живая. Говорю, вот живая. Что-то вот она. И меня накидало уже в порядке. Так. Вижу, возвращаюсь. Минус. Минус. Минус такой. Так, шарыч, шарыч. Там Люсио прибежал. Я думаю, с одним негром же вы сможете справиться втроём? Да я уничтожу его сильно. Он просто ждет своих тиммейтов. Надо, короче, пойти подпушить его. Пошли. А он в здание там. Я опытным этим вошел в здание. Ой, я попался, да? Что такое, что такое? Помешать с проходом. Райнхард. Замена у них. И Генджи там справа. Генджи уже сверху. Кажись. Такой, такой простой, да. Так убейте его. Ну, все просто. Блин, только телепорт появился, я гуф. Ты умер? Да-да-да, я. Я так же, да. Кто это там? У меня тоже такое. Там Люцио еще тоже что-то заходит. Ну, он что-то там. Что-то как-то. Даже в ответ не хотел. О, пара здесь.
Держите, скоро ТП будет. О, теперь по мерси. Нужно мерси убивать, да. Можно скорее. Слушай, давай ульта. Мерси, пожалуйста, умори. Все, мерси минус. Это поход на изичек будет, собственно. У меня ульт есть. ТП пара поставил. Че там? Где кто? Че, ульт есть. Да, вообще уже изивин. То есть все уже, да? Можно ливать? Можно ливать, да. Лицо у нас еще. Лицо вроде минус. Пара наверху. Да твою налево. Да, это фара была ничего. А вот часть фары нормальная наверху. Спасибо, пацаны. Я вас никогда не забуду. Защитная матрица установлена. Лицо. Шаду, сбивай фару, сбивай, ты чё он? Так сбил уже. А, сбил уже, хорошо. Там справа. Да, да, два танка. Не, так точно, Михаил. Там на доме. Да, фара и обезьяна, они сейчас, наверное, будут разбегаться и прыгать. Да, готовятся. Там уже кто-то на точке, на точке кто-то. Отличный ультимейт от Райнхарда. Пара сверху. Пара справа. Ой, не повезло ему. Две ракеты в высоту. Это старые добрые. Пойду второй телепорт поставлю. Они справа идут. Ой, хорошо. Ой! Какие мы крутые. Кто на точке? Понятно, кого, свои. Да, я вижу. Пара слева. Ага. Ой, больше. Ну-ка, ну-ка умри. Нет. Видишь, кат этот взбесился. Сначала хорошо играл, а потом чисто зверел. И чисто попер на этот, в лобовую. Ой, какие они вообще бродяги. Там пара за мной гоняется какая-то. Очень хочет меня убить, прям вообще мечтает об этом. По центру много заходит. Да, да. Ну умирают потихонечку. Минус два уже. Бедный катает. Там и снайпер в атаку пошел. Ой, у нас телепорт есть. Два даже, два. Так, ребят, надо макаку убить, и все будет ток уже. Ой, макри вражеский. Ой, хорошо. Ух ты. И фар летит. Так а все уже. Не, усп... не долетит. Не долетит, угу. Да. Отлично, отлично. Что? Пинг? Лучший игрок матч. Да. Настреливает. Руля. Говорит, что три килла это наши лучшие. Ачивка. Ну, причем не только наши. Среди противников тоже не было ничего круче, чем убийство такого количества людей. Нет, они старались. Не, ну они молодцы. Но у нас... Я очень старался. Перестарался. Так, Ханамура. Я, наверное, тоже Симметру опять возьму. Кажется, тоже на первой точке она просто очень полезна. Главное на ТП настрелять. Я вот таким вот образом думал, наверное. А против кого? Просто в тылу будешь бегать? Я там буду, да, у них там, короче, внутри. Кто-то может зарелывать? Ты можешь зарелывать?
Я могу с удовольствием Зарю взять. Так, давай. Эй, будь здоров. Сейчас. Хотя, нет, давай лучше реиграм буду, да, ты Зарю. Окей. Давай я лучше буду негром сказать шадом. Просто ворота держать. Как можно, ну, дольше. А я буду их там натыкать. Хорошо, некоторые мои друзья этого не смотрят. А можно нарезочку такую сделать, как бы, и будет. Они бы мне потом еще очень долго помнили. Так, ну хорошо. У нас Табьорн есть, пара танк, даже три танка на самом деле. Еще Райнхард, Турбосвин. Не, у нас все хорошо с пиком. Я парочку поубиваю, к тебе приду, дашь щит. Сначала не юзай ни на кого его, даже с меня. И потом опять пойду разводить. Парочку, давай, я тогда на разводе. Куда ты там разводишь? Вот. У нас там обычно такие товарищи там и отдаются в самом начале игры. Ладно, там Рипер, он на Ешке скорее уйдет. Да я их не вижу, пацаны, они это справа. Они слева, слева. Они слева и сверху подходят. Ага, смотрите какой. Кабум! Ну-ка. Я понял тебя, да. Там что-то сверху. Да, сверху кто-то сейчас настреливал, да. Занято там. Справа этот Макри стоит на втором этаже. Макри тоже сверху. Угу. Вот так не люблю на Райнхарта щит кидать, блин. Он всегда перед давай, тобой. Кидай, нет, к сожалению. На, на. Ты отходим, мы слишком пушки. Согласен. Согласен, перестарался, я гуф. У Зари, если полный разогрев по этому файлику, если верить, у него чуть больше, чем в два раза урон возрастает с обоих типов оружия. Так что ей лучше, конечно, очень аккуратно вообще не лезть никуда, пока не будет. Да ладно, у нас есть гном. Ну да, такая новость, да? Щиток, бегу, 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 далеко. Давай, пошли, мы подделаем. Давай, щит, да, давай. А на кого выпал? Да, да, ни, никого нет. Справа вроде так идут. Так, вот щиток готов, да, скажи. Окей. Смотри, две секунды. А, вот, смотри, я вот на балконе. Иди, парам-пам, сори, уже нет щитка. Райнхард выезжает. Да с руки его. Да с руки получается, да. Вижу, тебя сейчас щиток будет. О, пошли. Пошли на него. Прямо они сверху, вместе с парой там. Пам-пам-пам-пам. О, не-не-не, рановато ты. Да, я вижу. Там все равно аптечки нет. Есть. Хотя уже, да, могла зарезаться. А ей фара ультует справа. Да, тут Райнхард прорвался. Кажется, этот Рипер вражеский слева где-то телепортировался. Да, что-то они в разброс пошли. Пара сверху. Лечимся, лечимся. Угу. Дай ко мне щитка. Угу, угу. Здорово, пацаны. Блин, я сдох. Как-то так. Я жду. А он мне, походу, пузо накидал сильно. Винца. Там трейсерка появилась. Сейчас расплата, там Макри где-то ультует. А вон слева он. Я иду, дай ко мне щиток выйти. Там фара сверху. Этот наверху тоже. Блин, не успел сделать. Ай, не успел засейвить. Я тоже не успел. Ой, ну, нубик я, конечно.
На это ульта целую игру, я вот не знаю, куда ее запустить просто. Они где-то постоянно тусуют с никого. Ой, сейчас будет заходить, ребят. Там битый гейм же вроде. Да, и битый убил. Фара смерть. Пам-пам-пам. 40 секунд, кстати. Пролетели незаметно вот эти все минуты защиты. Трейсерка у нас на респе. Ай. А, минус. Ой-ой-ой. Кто это тут у нас пожаловал? Неопытный. Трейсерка слева. Давай, пошли за руку. Давай. Ну хорошо. Давай следующего, да? Да-да-да. Я его хоть с руки надо заварить. А? Ты подлечишься? Не выпускай. Ай-яй-яй-яй-яй, карамба. А чё, как это уже тайм-то? Ты у нас на планте, что ли, там? Не-не-не, он, по-моему, по стандарту всегда на втором идёт. Не-не-не, если там полностью нет шансов, то... Да, прикольненько. Сильно сыграно, сильно. Очень сильно, да. Михаил. Не спеша вышел. Подумал, прицелился. Ну кто еще? Лол. Очень сильный момент был. Там можно, кстати, Фомби подключить еще. Хотя он... Фомби, ты напиши, если готов приджониться. Так нам еще чуть-чуть, и мы сейчас можем уже на турнир идти. Да-да-да. Сразу. На лан поехать куда-нибудь, на поезде, на плацкартном. И все, как старый добрый. Да-да-да. Я помню, когда мы в какой-нибудь Ижевске ехали. Тоже. Денег нет, нифига нет. Там полтора суток. И вперед. Я помню, мы так на Асус с сынами ездили. С нулем денег, чисто в надежде на то, что... Мы даже один раз приехали, короче, говорим, Димон, слушай, у нас нет денег, короче, на взнос. Так что, ну, типа... Да, но мы выиграем, вернем, да. Да, если что, мы вернем, по-любому, мы что, ты же знаешь, мы это, круто играем. И вылетели в первом раунде, да? Было такое, да, было такое. Я просто слышал такие истории, тоже. Там, местные квейкеры, там, были такие, которые вроде как... Ездили, по-моему, в Севастополь, не в Крым. Там еженедельный турнир какой-то начался у них. Он говорит, первую неделю приехал, вроде бы как выиграл всех. На следующей неделе приехал, уже с надеждой, да мы там что-то там победим. Там бородатые года, там начало 2000-х еще, по-моему. Тоже говорит, без денег, приехали в первом туре, все поиграли. Дальше начинается веселая история. Да-да-да. На Москве стрёмно без денег. Честно. Особенно в 16-17 лет. Было бы случай. А ты ж тогда не был в деле, да, по-моему? То я? На Асусах? Ну только ты на последних там. А на самом крайне. Я не помню. Ну, какой это год был? Ну, короче говоря, я с Квайквайм пришел. А четвертый Квайквай еще не видел, да? Как я играл, даже у себя там в своей части Украины там, вроде как еще и выигрывал потихоньку. А. Там помню, Хантер к нам в гости приезжал, помнишь такого? Да. Я тогда. Ублюдок этот. Так обидно ему проиграл на овертайме. У нас с ним такие зарубы были, ты не представляешь. Мы просто с ним. Просто не представляешь. У нас на финале с ним были до смерти бились. Ну, меня он. Ну, он к нам в город приехал и тоже с ним порубился, проиграл ему и попал в Railgun в конце. Болезнь вечная. Угу. Короче, я попробую перелететь эту штуку всю. Смотрим, что они сделают. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это было мерзко все-таки. Там снайпер наверху работает. Угу. Вообще в спине. Ну ничего, сейчас еще один раз попробуем. Я бы зайти, да. Сейчас
сейчас присоединюсь, подожди секунду. Давай, давай. У нас должно получить еще давай. Это просто немножко неправильно сделать. Готовы? Ну, 5 секунд. Ай! Я запылил. Ладно, поехали, короче. Ой, по мне залетело прям. Да я вижу. Очень. Тут еще фара. Фара дуром. Вражеская. Капец. Сейчас там просто живи. Мне нужны хиты какие-то. Ко мне подлети, будут хиты. Я просто у них. Ой, сейчас, сейчас. Бегу с респа. Ладно, я пошел на колокол танцевать. Давай, заморозку убил вроде бы. Что происходит вообще? Я на колоколе танцую. Справа, справа, справа у вас. Ё-моё. А что-то здесь народу-то много. Турбосвин в меня психанул, ультанул. Там манцы были. Обниманцы. Да хреновый я ангел. Пара слева, он там мешает жестко. Ой, ой-ой-ой, пена. Так, ладно, ультим, поехали. Да, там разберемся. Да, пара минус. Надо Генжи убить. Ползли под хилом. Блин, да как Генжи не умирает? Да вот он, все, все, все. Убили. Хорошо. Мне б хил, если можно. Да, 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 да. Все, никого? Не-не, вот жирный здесь. Вдова, вдова в окне. Блин. Снайпер прострелил. Резурок да. Сейчас будет. Давай. О, отлично, супер, супер, супер. Тут Мэй сзади еще. Да твою налево, ну как так-то? Да, Мэй такая. 2 секунды и все. И ты замерз. Не, ну так вроде неплохо, мы взяли сайт. Вторую точку будет брать значительно сложнее. Ну, по крайней мере, обычно. Посмотрим. А там кто в результате? Да, в саду, короче. Угу, что? Там ни бастиона, ни табьорна, ничего нет. То есть. Не, там ничего такого, там надо просто их убивать и все, сходить. С таком убиваться. Давай, возвращайся в бой. Ой, какая, пара. А кто там? Да мы. Так вовремя не среагировал. Она подкралась. Блин, это заморозка, угу. Она просто откуда она вообще здесь появилась? Это ульта была от моей. Ну, так... Да, я понял, но вот такой радиус, если честно, я даже много привыкнуть до сих пор. С радиусом мейтов они, по-моему, везде переборщили. На всех персонажах. Я тебя подлечу. Давай, я наверх там прыгну. Давай, давай, поехали, заходи. Давай, кидай, кидай, кидай. Блин, надо прыжок. Резурек скоро кто будет еще. Так что тут... Надо ГГ. Угу. Шли вроде бы. Почти. А, и ты. Фара в ответ еще. Да, готово. Мы убить. Ну, если что, есть резурек, короче, пофиг. Да пока вроде все живы. Ну да. Ну. Ой. Ну, трое вышли. С респан. Ну, у нас никто не умирает, реально. Потому что они по одному заходят, там очень сложно. Обезьянка еще. У них последний шанс остался. Ой, ой, сейчас будет много, да. Ай. Я умер. Я тоже. Там чуть-чуть я осталось, не дозахватывать. Я нелепо умер. Блин, что так нелепо все? Ну, времени с запасом с хорошим, поэтому сейчас надо все вместе
собраться, правда, ультимейт. Как говорится, в популярном интернет-меме, Миша, все фигня, давай. Да-да-да-да. Если пытаюсь, что. Где Бали? Да что она там хочет? Ай. Ай. Отцепился я от тебя. Куда мне? Я справа. Давай, возвращайся в бой. Ну капец. Ну и ты прости, но я тебя одного резать не буду. Да не. Забыл резать? Не, почему не забыл, просто оценил, стоит ли жизнь Сайфера резуректы. И... А вот сейчас надо, сейчас вдвоем. А может, это было и зря тоже. Там вроде на респе стоим, стоят пацаны. Вроде как даже живы. И вроде как это ГГ. А Кулер тоже тренируется, играет? Регулярно, ты не знаешь? В последнее время я видел, он вроде много играет. Может, нет. Так, у меня там скоро тренировка с командой, а сколько времени там еще? 19:43. 15 минут, хорошо? Окей, да, конечно, конечно. Надо только победить, мы до победы обычно играем. Да, конечно. Именно поэтому иногда мы заканчиваем в 6 часов утра, в частности в Варкрафте, там, в FIFA. Да. Так что надо собраться. Сейчас соберемся. King's Row. Атака. 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 Атака смака. Рула за нас играет. Это уже вот плюс. Добегаешь со мной, Мерси? Вот так полетать хочешь? Ну, пек у нас ужасный, конечно, ты не скажешь. Две трейсерки, ты про это? Две трейсерки... Ну, рипер еще более-менее. А там вместо одной трейсера... А уже взял. Это тоже какой-то бред. Поменял шило на мыло. Пофиг, может получится. Что он там хочет? Фалио. I'm prepared this time. Пухлио. Ну все, собрались. Последние. Последняя игра, последняя победа. У них Люсио, Ангел, Фара. И Ханзо точно есть. Ой, ё-моё. Ханзо ешкой ваншотает просто. 400 хп, капец. 400 хп. У меня проблема, Лёха, чуть-чуть надо. Ты это, всегда это... Я, да. Лази, там. Я хоть и делаю выпады, я потом все равно постараюсь назад вернуться. Там... Сейчас, короче, будем врываться направо, слышишь? Давай. Давай со мной. Там подать. Фара сверху назад, на втором назад. Этаже. Угу.
Блять, ну там один хит, сучка эта. Вообще, ну как это так, блядь? Прям в голову. Да, нет слов просто. Нет слов. Почему нормальная игра? Заходим, заходим вроде, нормально, там двое, трое осталось, нет? Скоро готов ультануть. А, подтянулись уже остальные. Заря никакая вообще. Нет, ну ё-моё, ну как так-то? Рипер сзади. Блин, а почему мы тут не работаем? Слушай, ну ты... Сайфер, а чего ты не стримишь, действительно? У тебя комп не очень или что? Или как? Или я желание? Или... Что еще раз? Я буду стримить, там с компом проблемы были. Угу. Ай! Там фара ультует еще. Готов ультануть, если что. Но уже, видимо, не нужно. Ревай вражеский. Угу. Там фару надо убивать. Куроу полетел, Куроу. Где он только, вот непонятно. Ах ты, смотрите-ка, и там у Люсю еще ультует, капец. Я думал, выфокушу этого рипера под ультой. Вроде как справился, и тут хопа, плюс 600 хитов, здравствуйте. Да, или сколько он там? Где-то что-то, где-то как-то. Он да. Мертв, скорее всего, уже, судя по... А, нет, все нормально. Полетели. Лёх, сзади. Да, я понял. Вы убили, да? Что-то их много здесь. Там как-то вообще по-дурацкому. Ангел, фара. Фару хрен убьешь под ангелом. Без разогрева. Ты где? Да, да все на респе. Ангел очень слабенькая. Убил, добил, точнее. Ой, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй, карамба опять. У меня есть ульта. У меня тоже, кстати, могу стянуть. Готов? Давай. Я на точке. Ультуем. Давай. А Ханзи все-таки добил меня. Он сверху, да. Куроу полетел от него. И ангел там у него вроде. Надо брать саму. Хорошо. Взяли. Ой. А чего, чего, чего? Ничего не сделала ее ульта. Все нормально. Там в окне Рипер и Ханза. В левом или прямо? Сверху. Они оба сверху. Ясно, окей. Видимо, прямо было. Ну, которое по курсу. Ультует Люси. Тоже непонятно зачем. Но там проблемы были. Там КД было. Ну мы катимся понемножку. К успеху. Угу. Рипер сзади в окне. Ой, ну что ты, как обычно, короче. Ну, вот это стрелы, да, вот такие. Потрясающие, да? Самый бесячий персонаж, наверное. Там в доме дива, что ли? А, Миш, верю в тебя сзади. Вижу. Давай, я сзади тебя. Пара тут, помогай. Я сверху. Блин. А что-то я кашу вообще, что-то не надо понять. Но здесь удобно. Спинный рипер. Там ангел никакой, надо на ее добьет. Там, еще и Люцио был. Да, Люцио здесь. Угу. Там телепортируется рипер где-то сзади тоже. Вот там вот ориентировочно. Судя по звукам.
Воскресим парочку. Угу. Заря. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Летит. Хорошо, что не так они синхронно это все сделали. Не дожили. Да, все было неплохо. Заря у вас там. Полуживая. Рейпер. Ой, спасибо. Заря сзади. Блин, она не умерла. Извините меня. Могу ультануть, если что, там как? Посмотрим. Я думаю, надо. Хотя Люсио никакой. Телепортируется этот рипер сверху. Ну, Лё. Такое не переживает. Ладно, ультую. Добил хотя бы парочку. Я просто очень зацепился на этой мерсе. Я хочу не пофиг на эту пару. Типа. Пару сразу замыкать на всю мерсу. О, резурект, спасибо за резурект. Там тоже резурект, правда. Капец. Ой, больно мне было. Там заря никакая. Много боли чувствую я. Подзащитили вы. Вроде едем. Потихоньку. Куроу полетел. Угу. Ну можно, я думаю, дожать. Справа, хотя нет, там справа трое, да. Да ё-моё, ну. Может додавим? Кто тут рядом отстался там? Заря только. Все, ГГ. Ну, отлично. Отлично. Да. Спасибо за игру. Всем это было интересно. И... Ну, надеюсь, мы еще поиграем когда-нибудь. Ну, что играем? В плацкарте, да? Ну. В турнире. Надо же ехать еще на турнир. Круто, круто, круто. Все, пацаны, спасибо, что пригласили. Тебе спасибо, что пришел, да. Пока. Да. Давай в скайп тогда, что там? Да, давай. Так, там Фомби хотел приджойниться. Я, наверное, остановлю запись. И в скайпе мы созвонимся с Александром. Александр. I'm calling you. Сейчас скайп перезапущу, что баг какой-то. Окей. Disconnected. Так, у нас тут оборона. Сайфер пошел тренироваться с нормальными пацанами. Вот. Но я думаю, мы еще немножко поиграем. Фоми говорит, Миш, я попозже, если будете еще. Ну, посмотрим, да. Я не знаю, насколько Шаду еще тоже пришел. Как у тебя? С желанием. Да не... пока играемся. Если не соберется, у нас тоже там какой-то практик, что-то вроде. Пока, если говорить честно и откровенно, они даются очень тяжело. Очень тяжело. В принципе, не мудрено. Устанавливаю систему защиты. Слушай, у нас там уже защита, там что-то там. Да, я за симметру, все в порядке. Ставлю ловушечки тут. Ух, Лео.
Да, кстати, и в прошлой игре тоже был он и Рулах. Рулах. Ты видел кого-нибудь там впереди из врагов? Можно 50. А чё, я не накинул тебе, что ли? Видимо, ты на респе не появлялся долгое время, да? Видимо. Лучше бы, конечно, соточку. Ну, тут 50 сколько есть. Обожаю Райнхарта вот так вот арбами закидывать. Прям вот. Все желание уходит. Да и мимо зари, кажется, это тоже пролетает мимо щита. Хотя, может быть. Да-да-да. Что-то я на телепорт не на это самое. Даже близко еще не накопил. А тут уже... Уже к респу подходят, пацаны. Вражеская фара ведь ультует, между прочим. Ну все, ГГшечка. Между прочим, да. Вот так вот Сайфер ушел, и чего? Да. Что такое? Да там бы минус 3 было бы. Не успел. Вот так вот. Защитная матрица установлена. Ну, первую точку мы всегда отдаем. А зачем мы сюда идем? Я предлагаю вам отступить. Ну, это не своевременное предложение, если честно. Я, наверное, возьму более полезного героя. Наверное. Попробуем. Хотя, наверное, красавчик был бы здесь полезнее, чем Мэй. Всем еще раз добрый вечер. В чатике посматриваю. Все хорошо. Я с вами, мы с вами, вы с нами. Это радует. Но сегодня Overwatch будет не весь вечер, так что морально настраивайтесь на продолжение банкета в виде ФФА. Тем более апгрейд видяхи был. И сейчас Warcraft вообще будет с таким графоном, что просто... Пошел молот. Больно. Больно, да, больно. Ладно. Тут нужно что делать? Воздуха. Серьезно? А как мы сейчас будем зажаты на респе, там никакого воздуха не будет. Да не, нет. Нет? Нормально? Проходы. Узкие проходы, там все дела. Много ультимейтов на квадратный метр сейчас было. Ну ясно. Это кто-то биты дает? Да, дает. Ой, все. Ой-ой-ой. Был неправ. Был неправ. Я, похоже, был неправ. Нашибались, нашибались. После такого легкого обмена информацией с Сайфером я, в общем-то, подтвердил многие свои догадки относительно героев, способностей. Так что все пока что более-менее ясно. Конечно, если бы играли каждый вечер по 8 часов, было бы еще круче.
Ой, как хорошо тут, слушай. Тут прям... Пока еще такого прям, чтобы всем все ясно было, я думаю, нету. Не, ну, по крайней мере, вещи, конечно, конечно. Да, да. Скорее, очень много неизвестных вещей, но даже... Даже в этом понятно, что непонятно даже. Да, брось, ты чего? Мне... Ой. Опять же, пики, скорее всего, будут варьироваться от участков карты. Вот это единственный момент, когда они там будут как-то меняться, я думаю, во время матча. И в основном у защиты, а не атаки. Эх, Фомби сказал, что он не приджонится, там, говорит, у Иры сейчас стрим. У них семья стримеров, и все, и... Жена компьютер заняла, и все. До чего дошел прогресс. Да-да-да. Странно, что у них второго компания для стримов. Как бы... Хотя, с другой стороны, кто-то же должен во время стрима, там, не поесть, знаю, поесть, да, приготовить там, что-то еще сделать. Собаку выгулять, детей из садика забрать. А то сидят вдвоем, оба стримят, и все. И полная анархия, думаю. Особенно если марафонят, да? Да. Беда. Беда в том, где наш негр. Негр лечи. Ой. Молодцы. Огонь по готовности. Что-то много всего. Полез, полез. Беда. Почему и твой друг тихий такой, а? Слушайте, я не знаю, почему он тихий. Сейчас я его сделаю погромче. Я тихий? Ой, тихо! Я тебе и погромче сделал, и ты начал. Все в порядке должно быть уже. Нету, к сожалению, усиления на микрофон. На удивление. Бах. Круто, лучшая серия убийств 20. Хорошо, ни фанта не слышала. А чего, чего? У нее ноут есть, она, ну, с видимо, него стримить может. Видимо, нашу теорию. У нас все вообще отлично. Гармония и мир в семье. Все хорошо. Рад за вас. Да, я тоже очень рад. Так, оборона. Вот здесь я все-таки за Мэй, с вашего, с твоего позволения. Здесь комнатки такие, да, есть, в тылы выходишь, там пиу-пиу, и все хорошо. Ну, это один участок карты, их еще два. Ну, там рядом, да, с каждым есть комнатки. Какая разница? Угу. Да. Не-не-не, играй кем хочешь, какая разница? Слушай, ну, а ты негра берешь опять, да, своего? Лучшего героя. Да я вот даже не знаю. Готов сталкиваться на этом, на правом респе? Там можно наверняка как-то тоже сделать, нет? Ну, там можно, там... Не такие большие расстояния. То есть там не так близко пропасть находится для того, чтобы сталкивать. Может пострелять чуть-чуть. Ой, сейчас пойду посмотрю, сколько там FPS на низких. А то я их убрал. Да, там и забыли про это. Угу. Ну вот на этой карте мало вообще. На этой карте 90-100. Вот, даже, видимо, на низких? Да, на низких. На низких, на 980 Ti? Нет, не Ti, просто 980.
110. 980 просаживается до 110 FPS. Он не просаживается, он здесь стабильно такой. Стабильно такой? Да, 190, 100, 110. Что-то я вообще тогда не понимаю в этой игре. Просто у меня даже иногда здесь там 150 показывает. Ну, значит, не оптимизированы еще. Видимо, да. А ты делал перезапуск вообще игры после этого? Да, конечно. Я там много чего делал. Трейсерка и Гэнди справа. Тут как-то надо парня со щитом подубить. Трейсерка наверх запрыгивает. Она сейчас может... Она застряла. Нет! Капец! Ах ты! Расслабился им. Соберись. Собираюсь. Там всем по пульке прислал. Угу. Вы хотели... Оу! И Люси падает перед тем, как ультимейт сделать. Он старался. Ну да. Фара сверху. Была. Ну слушай, неплохо держимся-то. Что-то мы их совсем... Для первой точки, да. Ой, что-то стенка какая-то хреновая получилась. Ой! Нехорошо выходит. Там слева Макри обходит. Фара взлетела. Я не заметил, что ли? А по факту не попал. No. Самое сложное еще то, что надо привыкнуть целиться в голову. Угу. Ну не всегда, конечно, но в большинстве случаев да. Там фара с ангелом. Ой, своего там, кажется, подставил. Не специально. Да не, не. Вроде выжил, Миш. А, это ты, да? Извиняй. Да ё-моё, откуда? А, ну да, отсюда. Не-не, нормально, нормально. О, симметра телепорт уже поставил. Это радует. Ой. What's up? Нет, сейчас убью. Привык я лезть в пекло всеми персонажами после негра. А он прям офигенный танк, что ли, или как? Не, ну он просто танцует хорошо. Там. На скорости, под ускорением. Что-то там бегает, ой, прыгает, скачет. Угу. Ну, легко уворачиваться. Ай-яй-яй-яй-яй! Макри уже сверху. Каким-то непонятным способом. Да. И ангел ресает. Вот и продержались, называется, на первой. А, так мы просто пятером играем. То есть из нас G2 флип, это вроде бы... Команда есть. G2. Образовалась. Матика вроде бы там неплохой состав. Самые сильные сейчас вроде французы. Интересно, был ли у людей доступ в альфа-тест еще? Я думаю, кого-то точно был. Ну, совсем небольшого числа. Да ё-моё, ну как так-то? Они уже в комнаты заходят. Чувствуют себя как дома. Да чё стреляю, а? Добить бы.
Да ультани это уже, говорит Бушима. Так по кому? Вот поэтому мало. Ну, там, наверное, на машинку. Там у них довольно серьезные ребята. Бегут и давят. Надо с этим что-то делать. Что мы будем с этим делать? Застыньте! Не шевелитесь! Хотя нет. Симметра поменял на Винстон. А, ты снайпера взял. Что, трейсер мешает? Да, она... Ой, там Макри! Извините, не видел его сразу. Теперь вижу, теперь его нету. Миш, тебя там лечат еще. Да, я себя чувствую достаточно комфортно, но... Что-то нам все равно... Сложновато. Трейсерка слева сейчас будет еще. Какая она жесткая. Давай держаться рядышком. Да, я только за, но против трейсерки я... Да не-не-не, нормально ее отгоняешь. Даешь ей раскрыть свой потенциал. Там сверху... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, пульчик. Угу, угу, угу. Ой, там отнесло, как народ. Кажется, сама... Да ладно! Резурек на где-то четырех. Минус, мерси. Профукало ты свое счастье. Убили Дева, хорошо. Спасибо! Убили танка, хорошо. Угу, угу. What? А чё про... Что? Щито! Кто? Как вообще произошло? Это трейсерка, которая подлечилась и пошла. Ё-моё. Нет, это фара, которая перелетела, приземлилась и просто провела эту телегу. Вот это фейл. Бы накрылял даже прилично как-то. И такое бывает, но очень редко, кстати, такое бывает. Как она там? Вроде и грустно было, не так близко, прям вплотную. Да, она просто вот так вот на крыску как-то перелетела, встала, и этого не увидел. Ну, на самом деле там вверху экрана пишется там. Сколько человек везет телегу. Ну просто никто не обратил на это внимания и... И все. Угу. Ну да. Все там в пылу убивали танка, убивали там кто-то, кого-то еще. Окей. Все, я красавчика беру по просьбе там товарища в чатике. В Стопкина. В Стопкин. Хотя он совсем под атаку, что-то мне... Ну, хотя... Тоже... Ладно, будем побеждать. Ага. Пора побеждать. Давай, давай. Покажи лучшую игру свою. Прям лучшую? Прям, чтобы перед детьми не было стыдно, понимаешь? Чтобы ты мог показывать эту демку всем. Так демок нету. Стрим запишем. Папа, папа, глаз, а да. Почему ты слил? Папа. Ну ладно. Тебя так спрашивают, да? Дети? Нет. Нет. Папа, папа, почему ты папа проиграл? Да-да-да. Это было бы обидно, конечно. Блейдмастера не было. Да, не дали блейда. Но сегодня я буду тоже пытаться реабилитироваться за все. Главное держать в голове, что... Что надо.
Готов? Готов. Поехали. Минус пара. Что там такое? Турель. Короче говоря, за углом сразу турель. За левым или за правым? Ага, понял, все. За левым. Я совсем не ожидал этого увидеть. Хорошо. Да кто ж аптечки-то жрет постоянно? Парень, подойди ко мне, подлечимся. Хорошо, что удалось ультануть по гному, который под ультой строил туреточку. И да, еще там, я слышал, тележка, когда рядом с ней стоишь, она вроде лечит. Да? Лечит? Я думал, она двигается, ты хотел так потроллить, ну что типа мы... Не-не, она еще и лечит. Это просто находка, я считаю. Воу! What's up? Да там у них тоже, походу, красавчик летел. Вполне возможно. Ой, там с левого угла идет человека 4. Ты они радиатный трейсер там негр ульту прожал. В общем, расходимся. Угу. Там сверху рипер. Заря прыгает. Ой, Макрис сзади. Ой. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Карамба. Ультуй. Да не было момента ультовать. В любой момент выходят на вас люди и убивают. Ультуй. Такие специалисты. Там один стоит, в этот советует завсегдатай в Варкрафте, который вообще Overwatch не смотрит у нас. Но по ульте советует. Авторитетненько. Макрис сзади. А можно хилку, пожалуйста? Конечно. Спасибо. Конечно. Душевно. Да вы обращайтесь. Хорошо, этого никто не видел. Это стрим же. Да нет. Это... Я буду говорить, что это не я. Никто ничего не докажет. Ультой такие все. Да куда ты лезешь, ну? Такой наглец. Не, Миш, на самом деле там колесо, это такая штука. Там запустил ее и поймал, не поймал там. Ага. Поймал хорошо. Ага. Убил одного, тоже замечательно. Я понял, хорошо, спасибо. Буду знать теперь. То есть не париться, да? Ну, сидит, встал за стенку, пустил колесо, а дальше как пойдет. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Пойдет, хорошо, не пойдет. Конечно, круто было бы его давать под Black Hole, да? Энигмы. Так. Угу. Ай, блин. Этот Макрит, это такой? Да, он, кстати... Баланс. Откровенный. Просто то, что он делает с правой кнопки, это... Как-то...
перебор, как мне кажется. Как много. Да, кучно, кучно легли. Кучно, кучно, кучно. А! Извините. Там один красавчик был на респе, оставался, ну то есть до того, как мы... Хейл, вижу боль. Вижу, вижу. Да, спасибо за хил. Мола... Все, этот минус тоже. Ой. О, колесо, поехало, поехало, поехало. Приехало! А ты говоришь, просто кидай, как бы. Как просто кидать, если тут такие стяжечки могут давать? Я вообще специально, я считал, я за этой зарей... А, у нас заря есть в команде, да, отлично. Вот так вот я... Это уже второй блокхол летит. Я так скажу, а колес все не было. Что вы скажете на это, Михаил? Ну, какие-то не впечатляющие блокхолы, вот что я скажу. Нет, во всех шутках главное, что и в любой игре грамотно отмазаться. Любой командой игре, да, там. Там вардовов не было. Да, саппорты не очень. Вы не дали, саппорты, да, не очень. Ой, опять Макри. Ой. А где он, сзади опять? Да, да, со спины. Я вам тоже пару гранат закинул в Black Hole. Пара сверху. Постреливает. Главное толкать. Хорошо. Да где там этот Макрита? А, это этот. Ничего себе ты. Так, там Black Hole есть вообще? Нет, ну неважно. Ну и где? Там много было. Я... Я выбрал себе одну цель. Как бы и за ней ездил 10 секунд. Ну чуть хуже, чем в прошлый раз ультимейт получился. Кто-то, скорее всего, на момент матча попадет. Потому что на 4 человека фуловые. Это же не может остаться незамеченным. Опять 25, ну. Не попал. Ой. Главное толкаем. Макри ультует. Ой-ой-ой, я как. Пара ультует. Блин. Да, ульту не успел. Ну что мне с фарой делать с такой? Нет? Так спать. Может наверх залезть вообще? Удар дракона пошел. Что делать? Да, все. Все? Закончилось? Наше кунг-фу оказалось сильнее. Короче, надо как-то вот просто, смотри, заходим вот так вот и пошли. Угу. Что-то хп уже заканчивается. Уже? Угу. Быстро. Ай, на-не-на-не. Ой, а там Black Hole. Да. Попробуй сверху запрыгнуть. Там минку под себя, бум. Да, я уже пару раз так пробовал делать. Фара летает.
как-то не очень комфортным. Печально. Ничего, мы вроде бы почти довезли, но еще... Да, на пару атак есть время. Ну там есть... Ой, там колесо поехало. Блин. Да, колесо поехало. Воу, воу! Что-то много танков. Там у нас Уинстон. Может ультануть все-таки, а? Да, пожалуй, я поехал. Ну да, 20 секунд, пора бы. Ой, там еще хорошая. А, это не наша ульта. Не наша ульта. А я бегу на этот куриц. Бывает. Ну что ж тут поделать. Тренироваться. Сейчас покажут, как я заехал. Пацаны, внимание на экран. Нет! Нет! Но она, кажется, стянула в тот момент. Ну вот это сейчас мое колесо, вот оно сверху, смотрите, бах! Вот кто всех убил? Блин. Он больше урон нанес. Вот нет, так вот. Просто подобивал. Ну тут как бы моменты в основном считаются там либо по количеству урона нанесенного там за секунду, либо по количеству убийств. Там, кто больше сделает убийств там, за конкретный промежуток времени. Вот. Он просто подбивал, Миш. Он забрался с лавы. Да, я отредактировал название трансляции, то там Cypher светился еще в названии стрима. А тут вместо Cypher мы такие приуныли. Да, он решил трениться с командой. О, Дорадо сегодня не было еще ни разу. Там защити атаки, защити атака. Тут тоже можно скидывать. Кого? Ай, атака. А. Давай, понятно. Давай я возьму этого как? Бастиона, а ты щит. Щит. Holy shit. Вот это вот Райнхарта. Например. Или ты его не любишь? Выходим, я раскладываюсь, ты мочишь всех спереди и все. Да-да-да, сейчас страта будет. Сейчас, подожди, окно где там? Нет, мы, конечно, можем. Мне кажется, ты негативно настроен, не настроен на победу. Нет, ну сильный персонаж в атаке, да. Смотри, я чиниться умею. Ты в курсе, что я чиниться умею? Смотри, как бжж. Мне мой тиммейт угрожает. Так, у нас тут солдат на выходе. Красавчик подлый. Я, наверное, разложусь вот прямо вот здесь вот сразу же. Пока мы не убьем парочку-тройку пацанов, лучше сразу сделать... А лучше сверху, наверное. А, там сверху. Поздно. Ну, ладно. Поздно, я бастион. Я туретка. Поздно бить боржоми, да? Угу. Все, они разбежались уже. Посмотрим. Да я тоже разбежался. Да-да-да. Работаем. Какая грозная вообще. Зачем тебе вообще мой щит, если у тебя сумма есть? Потому что мой только в одном месте. Главное тележку двигать. Да-да-да. Ладно, я пошел тогда чуть поближе. Явно на опыте в разгон сдал. Улетел уже, да, чувак? Не-не-не, первую же стенку я. Блин, стремновато, конечно. По ногам стреляем. Есть, красавчик, минус. Я готов запрыгивать наверх. Раз, два. Я туретка, все. Прикрой меня. Воу. У меня щита больше нет. Что-то меня глючит тут, ты бы видел как. Ты не туда, ну Миш, повернись. Да, ты бы видел, меня просто не это самое. Я поворачиваюсь, а меня в другую сторону возвращает.
Все, я теперь сел как селось. И умер как плохо. Нормально. Рабочая стратегия. Ну, чуть-чуть не получилось, только самая малость. Настреливаю потихонечку. По идее, под машиной можно простреливать. Да, но там разброс такой дикий, что ли. Ай-яй-яй-яй-яй. What's up? Доли секунды не хватило на ультимейт. Там бы сейчас турелька. Миш, тебе надо... Что такое? По машинку не сесть. Я думаю, надо было фару мне сзади убить, которая меня гуфнула. Ну там, по идее, как бы... Так. На бастионе в атаке не обязательно постоянно быть разложенным. То есть ты так как бы бегаешь, ты вроде бы там тоже что-то там под автоматом нормально настреливает. Uh-huh. Просто раскладываться надо именно ловить момент. Угу. Я понял, буду ловить волну. Нет, момент. Все, я иду, стреляю. И тут хоп, раскладываюсь, поймал. Момент, да? Я тебя понял, да? Ну, почти. Ну, я убил одного. Момент был близок, да. Они все по домам попрятались, я не знаю, что с ними делать. Тележку двигать. Хлоп, гном размазали. Люсю занял. Блин, я не допрыгиваю наверх. Огромные проблемы. Все. Ай, чуть-чуть не удалось, чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот буквально... Пошли ловить. Пойдем, пойдем, пойдем. Прибавим звука и вперед. Так, сверху красавчик. Ну ясно, конечно, конечно. Огонь по готовности, ливень возмездия. Я считаю, надо что-то менять в этом идеальном плане. Давай попробуем. Я ульту разыграю разок. А там глядишь. Чё-то красавчик совсем тут страх потерял. У нас просто 60 секунд. Стоп, бастион. Ой, всё. Так, ну у нас там три ульты, на самом деле. Сейчас мы... Я вангую, что мы дойдем до точки. На изичак сейчас просто ворвемся. Чувствую, пора как-то что-то менять. Ой. В нашем коварном плане. Так, ладно. Сейчас вот Люся ультанет под вас, и все будет ок. Смотри. Смотри, 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 сейчас я вангую. Да, Люси умер, к сожалению. Ну, бывает, бывает. Где-то в нашей стратегии. Просчет легкий есть. Ну, изъяны, что-то, да. Да. Надо отрабатывать. Надо было Лехе сказать, на турели бы в атаке, он бы нам показал. Ну, с Лехой-то все могут, на самом деле. То есть, а тут... Ну, не пошло. Зато видишь, опять больше всех впитал. Терпел. Терпел. Впитывал. Да. Статистика 3-6. У меня за бастионы сейчас. 3-6. Это при том, что убийства, как бы они еще делятся между людьми, чтобы. Чтобы ты не чувствовал себя неудачником, когда... Ну, это как ассисты. Угу. Ассисты.
Ну, как Heroes of the Storm, подобная вроде же речь. Не, ну Final Blows это именно убийство. Final Blows. Давай на победу. Я думаю, одну-две игры сыграем и переключимся на ФФАшечку. FPS реально скачет. То есть от 150-200, точнее от 80 до 200, в зависимости от карты. Что очень странно. 900, на 980. Угу. Сейчас вообще в начале 60 было. Сейчас 100. Тогда я что-то не понимаю. То есть видеокарту апгрейдить смысла нет никакого. Я так подозреваю. Так, у нас есть Табьорн. Турбосвин, снайпер, Макрей, собственно, афроамериканец с простой русской девушкой Зарей. Заигрываешься? Да, я-то как раз... Да. Ну, когда у тебя 400 хп, как бы, ты чувствуешь себя... больше безопасности, да, чем афроамериканец, у которого 200 хп несчастных. Так он быстрый. Снайпер у них внизу сидит. Люся пробежал. Очень наглый. Ой, какие у меня проблемы. По стеночке, по стеночке. Давай, о, давай, давай, левай. Хорошо. Ты кричи, если что. Просто громко и все. Ой. Тут дива. Курица залетела. Да. Это залет. Блин, что-то здесь какое-то мясо идет уже. Куроу, куроу. Все, колесо впитал. Герой. Понятно. Курица ультует. Люся один на точке. Ну, конечно. А где-нибудь, кто-нибудь есть из наших тут вообще? Есть, вижу. Да-да, все же. Подтянулись. Там один справа. Ой, красавчик, ты чего? Опять курочка. Курочка сзади. Вот она как раз пока что самая неадекватная, если честно. Не, ну она типа должна так как-то влетать, там что-то там делать. Видишь, негр? Негр со спины. Негр? Да, вижу, убили. Ай-яй-яй! Что трапа, такое? Трапа, трапа. Хорошо. Ай. Курочка опять зашла. Люся ультует. О! Ладно, пора ультовать, я думаю. Да, вот это хорошо. Ой, там курица. Разбегаемся. Да я питаю. За стеночку. Щиты любые, они такие вещи поглощают. Даже несмотря на то, что там урон... Не смотрел? 400. А ты... Что не смотрел? Ты не смотрел, сколько там...
твой щит на заре впитывает урон. А он 200 и 300-400 на союзника, но я что-то не понял, почему такой разрыв. 400 на союзника? Угу, я, мне слабо верится в это на самом деле. По ощущениям столько же, сколько и... Ой, что там, хпшечки мало, мало хпшечки. Все. Там снайпер сверху просто фигарит. О, у нас симметра неожиданно оказалась. Мне кажется, проблемы, непонимание. Сейчас, секунду, не дропнуло. Они... Ой, красавчик. Я впитаю. А может и нет. Не впитаем. Ой, нельзя лезть туда. Ошибка. Такие Куро полетел прям на респ. Интересно, да. Я смогу зайти обратно? А у нас телепорта нет, да? Нету. Вроде была симметра, где? А, там кто-то ливнул у нас. Обожаю. Михаил, это я. А, это ты ливнул? Получилось, что меня дропнуло. Солдат 76 прибыл. Угу. Блин, мне, наверное, придется. Ну как же мы без тебя-то, скажи. Это ж не просто так вот. Тут... Это ж киберспорт, ну, понимаешь? Просто... Без я тимы никак. Не знаю, смогу ли я обратно вам, к вам в игру попасть. Там бастион прям за углом. Блин. Что-то я чувствую себя одиноким на этом празднике жизни. Бах. Да, бастион слева прям разложился. Не выйдешь нормально. Надо ультовать, скорее всего. Вот-вот уже скоро совсем. Ладно, поехали, ребят. Куроу полетел. Блин. Там дичь. Без тебя вообще никак. Плохо. Я бы с радостью. А-а-а-а! Ну там уже другой, да. Там уже замена произошла в рядах. А я вот вернулся. Угу, угу. И чего? Ну, нас уже тут практически продавили. Да ё-моё, как же... Курица начала нормально ультовать. Да я... Конечно. Сейчас самая главная проблема с бастионом. Он сейчас обойдет, поставит, ну, справа будет. Ну-ка, может быть, заменит автоматом. Нет, могу только спектаторить. Миша, покажи уровень. Заря, вот, заря. Ну фиг знает. Что тут показывает? Во-во-во.
Больно. Я так понимаю, ты же зарезучил, а сколько у него правая кнопка бьет? Там тоже две разные цифры в разогреве, причем, кажется, 100, 140 или 135 в разогреве. А так 75, да? Угу. А, ну 150, скорее всего, да. 75 точно в этом. Бастион раскладывается, капец. Так, мы приехали уже все. Слушай, ну минута осталась, и Black Hole главное дать хороший. Да, да, вот. Скоро, да, я понимаю. Если не сейчас уже. С другой стороны. Ладно, давай попробуем так. Ну ясно, вот и дал тебе. Кроу полетел. В молоко. Да и нет. Ох, хорошо. Угу. Опять ультают? Непонятно. Да, отдаются по одному, это, конечно, очень кстати. Все, ГГшечка. Ну вот видишь, но... оказывается, это я тянул нашу команду. Да нет. Зельда. Чтоб мне не ассоциируется это с такой милой игрой одноименной. С такими персонажами. Так. Ну давай тогда на это самое, на победу. Без всяких дисконнектов. Тогда инвайт. Еще вот такой персонаж появится. А, хотя нас там много уже. Толбачи. А, ну сейчас, секунду. Угу. Так, ну что, уважаемые зрители, чатику привет, отдельный и пламенный. Сколько Overwatch еще будет? До победы. То есть это вопрос 15 минут или окончание трансляции глубокой ночи. Но, о, кулер отклоняет приглашение. Нифига себе, Антон, что ли, сейчас будет? Ничего себе, вот это да. Джуз еще пришел. Слушайте, вечер только начался, кажется. Ничего не гарантирую. Можно Джуса пригласить, на самом деле, потому что он тоже веселенький и стреляет, стреляет. Но, конечно... Слушай, ну давай, поехали. Давай, давай, едем, едем тогда, давай, не будем. Угу. Тогда, раз все там собираются, приходят, отходят... Где-то ходят, бродят. Тем более, пока скирмишь. Спокойно, помощь пришла. Как мы так оказались? Как оказались? Где, где, где? А, это тебя просто не видно в табе. Да. Иногда бывает баг такой, что скирмиша не видно тиммейтов. Вот паразит.
Да, ну я, конечно, за трейсерку вообще. За трейсерку надо, наверное, играть, просто вот играть и играть, играть и играть, и продолжать играть. А когда тебе захочется сделать легкую паузу из-за другого какого-то героя, опять взять трейсерку и продолжать за нее играть. И тогда все будет клево. Ой, у нас сильные ребята в команде. Давай ты возьмешь Зиньятту. Зиньятту? Это один из моих лучших героев. Какие у него там скиллы? Лучших героев. Так, я мог... Смотри, все легко и просто. Стоишь далеко. Хорошо, стреляешь, машешь руками, да? Кидаешь арбы. Подходит кто-то в упор, нажимаешь пинок и там пинаешь. Он рукой, кажется, бьет. Нет? Не, он сейчас увидишь. Ага. Забавно. Так. Шифтик на меня. А почему на тебя? И нажимаешь Ешечку. Ну, я бы был тебе очень благодарен. Угу. Ну, понятно, понятно. Посмотрим. Хорошо. Шифтик на тебя. Ешечку на любую... Я буду просто рядом с тобой более-менее держаться, чтобы, по крайней мере, дебаф на цель... Так не получится. Дебаф на цель кидается на большое расстояние. Сейчас, секунду. Угу. Ну, слушай, я уже на всех арбы раскидал. Ты где-то отстал. Ладно. Хо. А у Дзиньяты альтернативная атака наносит... Каждый из плевков наносит меньше урона, чем основной. Тоже такая особенность. А максимальный урон и под дебафом там 265, если все эти 5 выстрелов попадут, или сколько там приблизительно. Так, я зря пошел, наверное, вплотную. Буду издалека, там, где снайпер стоит. Там же я буду... Настрой пошел, думайте только на победе. Так, Михаил, да. Шифтик, он просто на одного работает только, поэтому... Я в курсе, да. Ну, на тебе он висит. Все. Есть, висит, замечательно. Говори, на кого Ешка. На ком Ешка. Ну, пока что на Райан. Нет, хрен, С2. На фаре. Не на фаре. Не достаю, короче. Вообще. Плохо. Она битая. На Райнхарда, когда повесишь, скажешь. Я на этого повесил. Вроде как на мечника. Я не повесил. Не успеваю. Слушай, они какие-то так, дикие все тут. Дуэль выиграл одну. Ну тут серьезные ребята вроде бы попались. Да? Да, арбы висят, пока цель не умирает. И там ты видишь полностью цель, которую ты пометил. Ничего себе, вот эта фишечка. Извини, арба идет к снайперу. Жаль. Я могу уже пере это самое. Какая она у нас переходящая? На Люсию арба. Нет, Люсио, а... Позвесил на этого, на Райнхарта. Конечно, уже на тебя. Сверху фара. Фара минус. Сильные, говоришь, пацаны играют, да, против нас? С нами. А, с нами? Это много объясняет. Ой, а что такое? Что происходит? Михаил. Я не знаю. Нет, а можно шарик? Шарик. А я не знаю, где ты. Вижу. Да там повесил и забыл. Ну, конечно. Вокруг люди умирают, как бы, другие. Это норма, да? Не, а кто там умирает? Все живы. Там все вроде бы... Ой, обезьянка. Да, она решила ворваться. Ну, там снайпер вообще никакой у нас. Я должен был ей помочь, понимаешь? Я же командный игрок. Могу ультануть, кстати, уже. А ультимейт у тебя там такой, нужно быть, вообще событий. Ну, я уже подошел. Неуязвимым всех лечишь. Я уже готов, в общем-то. Ситуативный. Ой, вот он, вот он, вот она ситуация. Неплохо. Правда, еле выжил. Так, хилочка.
Блин, да обезьяна что-то на меня зуб имеет, мне кажется. Все сдохли. Не-не-не-не-не, Дэвид Блейн. А на себя хилку не повесить никак? На себя, к сожалению, нет, но у тебя там вообще на персонаже 50 жизней и 100 да. энергетического армора. Ничего себе. Регенерируются сами. Я понял. О, в прицеле там у кого-то. Ладно, держи тебе арбу. Заслужил, да? Пока не снимай, пожалуйста. А он шары метает, да, получается? Да он очень больно на самом деле стреляет. Да куда это макака-то? Блин, капец. Не надо, дикая она. Короче. Михаил, живите. Да я под ультой, чего? Просто он меня вынудил. Тупо бесит. Он там больно. Там фара сверху аккуратно. Ни черта не видно из этого солнца. Да, неприятный участок карты. Ой. Так, извини, у нас снайпер. Арбу не закинуть из-за... Ладно, на тебе нет арбы. Понял, вернулся за ней. Есть. А сколько на регенчик-то дает? Кажется, 40 в секунду, что-то в этом роде. Очень хорошо дает. Понятно. Я не вижу ничего из-за этого солнца. Попасть просто unreal. Сзади обезьянка. Почти убил. Как она? Нифига себе, он больно бьет. Надо было накапливать и разряжаться в него. Да, not bad. Да, я случайно. Тогда жду. Я смотрю, вы уже всех тестеров по никам знаете. Я вообще никого не знаю. Это Shadow за знаток. Ну, там просто есть некоторые серьезные команды. И никнеймы. А Дзиньято с двух выстрелов убивает. Ну, под арбой. Что? Кто меня убил вообще? Да кто-то меня убил? А, там снайпер. Неожиданно появился. Полминуты осталось. Есть ультимейт, если что. Обезьянка идет. Михаил, вы где? Я. Тут обезьяна дикая не опять пошла. Защищать. Ладно, я ультую просто. А чё она, да? Ну, даже 1000 хп под этим. Ну, вот этот вот вторую ешку, которую ты накидываешь, она увеличивает входящий урон на 50%. Да. Цель. Ой, сзади трейсерка вражеская. Да, какой-то... Ну, молодцы пацаны в этой в команде. Взяли и уничтожили. Я их вообще первый раз вижу.
Да. Поубивала. Ничего себе. Ты смотри, у кого лучшая серия убийств. Ну, там, смотри, когда ты убиваешь. Я понимаю, да. Да-да-да. Никого там... Этот персонаж и обузный. Ну, 36 на 1, это ж неплохо. Это фантастический результат. Ох, на этой радостной ноте лучше я в жизни не покажу. Трансляция по Overwatch подходит к концу, и я переключаюсь на ФФшечку. Спасибо тебе, Shadow, за компанию. Всего, удачи. Да, надеюсь, еще поиграем. Пока. Так, и мы переходим ко второй части трансляции. Да, к сожалению, это ФФА. ФФА. Я пойду переименую текущий стрим. Если вы пропустили начало с Сайфером, запись делалась. И появится, я думаю, завтра уже в разделе видео. Шадыч пили стрим там пишет. Так, осталось немножко пошаманить с захватом. Скорее всего, сделать стоп-стар трансляции, чтобы был Full HD. Мне кажется, еще игровые звуки в Варкрафте какие-то уж слишком громкие. Да, вот так надо сделать потише немножко. Дальше переключиться, собственно, на Варкрафт. Пират готов, Варкрафт работает. И парочку сыграем раз. Не очень хочу допоздна играть сегодня. Так, и чатик немножко... Можно чатик, кстати, увеличить, наоборот. Сейчас, секунду. Если есть какие-нибудь хосты, которые могут создать, создайте, пожалуйста. Это нам очень сильно поможет. Ну и последний, конечно, вынужденный стоп-старт для того, чтобы просто поставить Full HD и 60 FPS. Поехали. Плановый гуф.